Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Здорово, чатик. Компания Kinera прислала нам вот такие наушники. Select Wyvern Cyn, если я их правильно произношу. В данном ролике мы в них стримили, играли в Тарков, смотрели, на что они способны, удобно ли. Если кого-то заинтересует, ссылочка на них будет в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Платника, что ли, война? Да, где-то у платника. В туалет залез. Это Сашка. А это Ксюха. В смысле? А я Сашка. По металлу решил зайти. Кто-то ранит его. Убили, нет? Ну как ты хотел? Что тут у тебя? Шестые, немножечко поломанные пластины. Это керамика, она разлетается очень быстро. О, вот и Сашка, кстати. Этот чел зашел в пристрой первого этажа, походу. Металл. Еще один, что ли, зашел? Надо будет кондер врубить, что тут нагрелось комнату. Понял, вот что это за Сашка стреляла, чат. Дурак, нормально все у тебя? Нихау, пани... Дефен? Нихау! Нихау! Хау, иди на хау. Пани, нихау! Нихау! Френдли! Я, френдли. Кавер ми. Это не Сашка. А, нет, это Сашка. Посмотрим твой аккаунт. Он как-то слишком подозрительно вышел.
и сразу же пострелял в меня. Хотя у него вообще никакой не было информации по мне. Я стоял на третьем этаже, когда он еще бегал на улице. Он пробежался с улицы, зашел на второй этаж, пробежал по коридору, я все это время стоял. Он поднялся на третий и сразу же по мне выстрелил. С чего он взял, что я вообще там? Я хочу глянуть его профиль вот этого типа. Код ТВ. Какой-то он подозрительный. Так, тут у нас что по пластинкам там было? 33, 40, 52. Ой, кто-то еще идет. Нормально себя чувствуешь? Капец, аж ему ногу должен был оторвать. Поиграли бы вы в DS, я бы посмотрел на вас френдли, которые потом тебя на костре поджарят и схавают. Те люди просто не играли в DS в свое время. Которые там... Кто стреляет в черно? Чел пишет, я. Ты френдли? Конечно, френдли. Через минуту выстрел из барата, блять. Блин, все вкусные, пипец какие. Да, с этими амбушюрами гораздо лучше, конечно, эти наушники. Короче, рассказываю. В этих наушниках стандартные амбушюры, которые были. Они, короче, ну, из какого-то другого материала сделаны. Какой-то вот типа силикон или типа того. Но он какой-то, я не знаю, скользкий что ли, блин. Плюс там размеры какие-то были тоже неподходящие. То есть маленький, слишком маленький. Большой, он реально большой. А вот средний, он тоже какой-то неподходящий был. Я, короче, поставил на них амбушюры от других наушников. Резиночки, поняли? Вот, и сразу все стало норм с этими наушниками. Сейчас ивент идет, прокачка персонажа увеличена, можно в качалку сходить. Сегодня уже был в качалке, спасибо. Так, вот этого хочу посмотреть. Код ТВ. Ну, в профиле ничего супер подозрительного. А, профиль сброшенный. Вот почему ничего супер подозрительного, чат. Здорово, бандиты. У него 116 рейдов всего лишь. Это вот либо вайпнутый профиль, которых вайпали... По... Ну, когда баг случился.
Либо я не знаю, блять. За 116 трейдов 60 уровень не взять. Странный, он поднялся и сразу же пострелял в меня. Ачивки у него все как будто бы в одно время взяты. То есть вот так просто. В один день все ачивки. Просто подряд, видите? Ну хрен его знает, чат. Хрен его знает. Знаете еще, кстати, момент, почему... почему мне эти наушники не совсем подходят? Вот есть такое, смотрите. Они мне прислали, короче... Ну, тут, как обычно, у них, типа, разные там брошюрки, так сказать, типа, почитать, грубо говоря. И вот, смотрите, у них наушник почти все ухо должен занимать, по логике. То есть, вот у них вот на этой картинке наушник занимает почти все ухо. Но тут, как бы, у девочки, ну, один хрен, все ухо занимает наушник. То есть, обратите вот внимание, да? Вот. То есть все, прямо вот до сюда. И посмотрите, как у меня оно занимает. Мне туда можно еще один наушник поставить. Возможно, из-за этого мне немного неудобно с ними. Но это уже зависит от ваших ушей, короче, чат. Стандартные они у вас комплектации или там какие-то другие читерские. Там на ГС опять заруба, возможно там опять две тимы какие-нибудь встретят сейчас. Погнали на ГС. Да. Ко? Блять, меня убили. Где они уже в упоре? Под зданием уже. Никнейм запомнил, кто тебя убил? Типа никнейм стерли схрон. Тачка есть. Тебя брать что-то там? Тяймка вроде была, да, какая-то? Да, а Никита удосужится добавить или нет? В смысле, тебе сделали режим с бомбой в варенье. Что тебе не нравится? Так, отмена операции. Кто-то еще приперся. Так, ну это... А, нет, не бомжик, хороший патрой, ладно. Я подхожу к тебе. Я на контейнере? Угу. У тебя? А, со старой, типы на железной дороге. Они перебежали с какой стороны? Сейчас будут перебегать вот к АГСу со старой, через железку. Они вдалеке? Ну, я там одного видел, да. Вижу одного? А, будка. Блять, там трансформаторная будка стоит, за ней тип. Посередине примерно, железки.
Ну, старый, да, все еще? Понял. Я перебегаю. Я сейчас буду у них в спине. Давай. Убил одного за будкой. Хороший, да? Так, я здесь. Я на старой. Вот и по мне. А ты не видел, перебегали кто-нибудь? Mm-mm. Вот тут, походу, ты вот его видел, да? Ну да, я видел его. Мало ли, может, кто-то уже перешел. Подхожу к АГСу. Во второй этаж на жопе. Жопа, где надпись на стене. Со стороны АГСа. У лестницы? Нет. Со стороны АГСа пулемет, который смотрит на СТО. Этот угол. Ближний к тебе дальний пулемет. От меня дальний. Но это от меня дальний. Уверен? Короче, пулемет. Да, пулемет, который смотрит на СТО. Ой-ой. Я понимаю. Я взорвал его. Я понял. Это был ближний пулемет. Я понял. Я здесь центром. Вижу тебя. Все, норм. Норм. А, эти тут трупов. Возьми с него пушки себе на пострелять, так сказать, на будущее. Ой-ой, а что здесь так? Бот бегает. Осторожно. О, еще и грена успел кинуть. Блять. Может, сегодня не мой день? Может, мне пора спать? Это путь воина. Это пиздец. Ссылку на эти ухи будут в описании. Так, а на сегодня давайте все, чатик. До завтра. Завтра жду. Арена Breakout. Я убежал, чат. Спокойной ночи. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.